Добрый день, дорогой подписчик! Сегодня мы приехали в город Усть-Лабинск. Соревнования по ориентированию по всей вот этой местности. Там река, там у нас барханы так называемые, грязевые. Операторская тачка у нас сегодня Симба. Красная сегодня будет у нас участвовать. Много соперников, разные классы, точки разных категорий с разными баллами. Как стандартные машины, так и подготовленные. Соревнования по ориентированию очень тяжело снимать, потому что каждый участник волен, ну, ехать куда ему хочется, куда он думает. И поэтому, то есть, основного маршрута какого-то нету. Мы захватим 3 или 4 самые основные боевые локации, где самые интересные сложные точки. И будем там стоять, ждать участников, кто будет приезжать, брать эти точки. Вот, соревнования будут проходить около 6 часов. Вот, ну и потом мы вернемся в базовый лагерь. Для нас тоже это первый опыт такой съемки. Поэтому посмотрим, что получится. Я надеюсь, получится все хорошо. Вам приятного просмотра. Спасибо, что остаетесь с нами. Погнали! Где-то точка? Где-то здесь. Нет, а слева.
Сандана легкая. Пацаны едут в категории без лебедки, и у них проблема. Ну бывает. А ты плотину строишь? А? Плотину строишь? Мост! Мост! Пацаны, на запаску камеру достаньте, накачайте, она у вас тихо.
смотри, хвост поймет. Не, ну он же ездит. Нормально доедем. Ровнее поставь, левее. Чуть-чуть. Во! Левее чуть колеса. Не, я в другую сторону. Влево. Во, все, стой. Тормоз отпускать! Да, хотят развернуться. А, что, они с номером, с госномером сделают. Проехали мимо точки. Нет, не застряли ни разу, тетя Лен. Мы всех доставали. Пацаны. Сейчас и орден, и грамоту получим. А там смузики какие-то. Да Чуня, не бойся! Главное, чтобы лебедка не порвалась. Сейчас лебедку лезть.
Там очень хорошо. Очень чуть поближе. Одна операторская работа. Да нормально, уже не так страшно, как было. Ты потихоньку на оборотах по чуть-чуть едешь. Уже не бойся. Уже не бойся, если не перевернешься. Ну, дверь, да. Что-нибудь сделай, да? Потихонечку, по сантиметрику, но идет. Нормально. Ваня, по машиночке. О, неужели? Закопался и тянет. Затянет. Пробуй заводить. Не, не пробуй. Нет. Все, не пробуй. А то еще мы толкача тебя здесь не заведем. Колеса да. Влево вывернем, влево, не справа, влево. А то ты сейчас опять уехаешь. Хорошая лебедка. А там же много таких, как ты, сидит и тянет. Много таких распиздяев, как ты. А когда четыре колеса на земле, сразу как-то улыбка пошире, да? Аккумулятор с тем же не смешает. Попробуй завести. А он все? А что, говорит, не будет. Кардан оторвало там. Кардан? Ты без жопы? Кардан вырвал. Передний, сзади. Да, да. Отъедь чуть-чуть на метр. Вот так вот рвутся нитки без задницы. А, открутили? Уже, да. А тут точка, да? Завалено, там вообще дорога есть, но его завалило, никто не ездил. Сейчас хотят чуть расчистить и уехать, парни. Потому что назад, ну, тут уже и копали, тут месиво такое. Вот, так что поедут обратно. Этот Сильвера джангл, как они правильно называются, не нарезанный, ничего, ну мылится все, такая структура глины, что все мылится. Ну вот сейчас они потихоньку долго будут выезжать, на белой приоре черного цвета. Ну и тут все попроще. Почисти лопатой.
даже лопата есть. Отъедь назад, он наверх. Вот, вот, вот. Вот это счистим. Ну или сейчас он поедет, да. И вон те ветки, он на брюхе сидит. Помогаем только советом. А что за резина? Сильвера. Сильвера едут, блядь. Пробивает сам. Сейчас уже выйдет. Раз, два. Забирай, не забудь. Хорош. Я сейчас вот там спорю. Да. Че, блокировки, понижение, все? Да, все есть. 100% спереди? Нет, нет. 15 сзади, спереди 9. Ага. Нормально. Нифига, я продрал уже. Да, слушаем. А ну это сильвера, видишь. Это вот яблоко продрал. Был бы мороз, ты бы сидел бы. Да, 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 да. Но резина, видишь. Другая резина была, уже бы, ну, так бы не выехал. Видишь, не тащит. Выехал, да. Так, а я вперед-назад езжу, три раза сделал, думаю, я сейчас накопаю себе, ну, колею выиграю, mm-hmm. тоже на пузо сяду. Ну, все равно, фу-фу. Нормально. Да. Пробил. Такое чувство, как будто УАЗик шел. Ух ты, точка в воде. Я... Пиздец. Вот и якорь нужен будет. Олег, на вытянутую руку спокойно ж можно. Это 58-я или 10-я? Все, та 10-я неправильная. Нет, то раньше старая, видимо, была. Хорошо, 22 тоже было. Есть. Стой! Да, ебать. Походу, тут и выезжать сразу надо. Куда дальше? Нет, там полегче, есть подъем, Олег! Не смог. Я по привычке ору, но он меня все равно не слышит. Лошара! Ух, какая колея. Так, экипаж где-то пропустил точку. И мы слышим, где-то тут еще приближаются машины. Значит, кто-то еще рубится. Штурман пошел искать точку. Мы не помогаем, мы только операторы. Если я иногда что-то кричу на камеру, он все равно меня не слышит в шлеме. А я делаю это просто по привычке, извините. Но я не помогаю. Пускай честно борются. Ну, Олег, кстати, уже сначала испытывал проблемы с точками. Сейчас уже
примерно ориентируется, куда влево-вправо идти. Кстати, которые на Собере нашу точку брали. Здесь что-то вот. О, там хорошая точка. Вот так. Надо на ту сторону. Вот тут? Нет. Нет, Кос. Вон, на ту сторону туда. А, там тоже есть? А, вон тоже, Костян. Вон, вон он. Но на нее никто не ехал, да. Опачки. Вот это интересненько. Я просто ходом пойду и все. Я газовать не буду. Я проехал, я хочу сказать. Олег, дотянешься, Олег, дотянешься. Олег, дотянешься? Вот так, дотянешься? Давай, Костян, назад сдай лучше. И потом я вот туда вылеплю. Ну все, хорошо сейчас будет. Олег, 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 перецепляй бегом лебедку туда, пока она в речку не уехала. Держи тормоз. Нет, отдай. Просто держи, у тебя сейчас колесо разуется. Ты если сейчас ниже съедешь, тебе надо... Держи тормоз, как, блядь, свой... Человек, который мне говорил, не матерись. Бегом, да. Олег, чтобы вы морду потом... Бегом, бегом, бегом. Нет, вон следов нету. Поворачивай, тяни. Костян. Вон за УАЗик, пока он стоит, как мертвое тело. Да, 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 да. Мне колеса надо сюда. Лебедка, чисто лебедка. Олег, посмотри, колесо правое разулось, нет? Нет. Ебать, вы за ветку. Газу. Не, он уже все, я же говорю, поэтому. Лебедка, лебедка. Только лебедка. Не газу. Я даже стой, не могу. Стой, 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 сейчас упрется во всех, хуй вытянет вообще. У пацанов тут вообще строительные работы.
Газом помогай. Да ёпту, блядь, дверь закройся. Что делать? Не советуй профессионалу. У меня это, душа кровью обливается, я хочу домой. Нельзя. Я знаю. Я... Там такая лужа была. Нет, да все нормально, он идет. Че вы? Олег, он идет, Олег. Все нормально, достанете. Охренеть. Ой, бревнышко сейчас вам. Стой. Ну он сейчас вылезет, подожди. Да тяни, че уж тут? Тяни уже. Сейчас пойдет нефть. Вот он идет. Да. Вон он влазит. Олег, ну тебе надо копать. Морду включи. А мы не порвем? Морду включи. Граната запасная есть. И не бьем. Колеса. Все хорошо. Колеса правее чуть-чуть. Там на одну якорь забери, Коль. Там якорь? Якорь под землей. Сейчас выкопаем. Вправо, вправо. Точку забыли взять. Да все нормально. Не, левее, левее. Не, Олег, все правильно. Все нормально. Кос, вырули на дерево влево чуть-чуть, дай, влево давай. О, и потихонечку. О. Тут зацепа вообще ноль. Олег, лопаты. Ошалеть. Саня, в конце награждения. Миша, возьмет ее? Давай, Миша поедет. Да, Миша и Халк поедет туда. Да и УАЗик, я думаю, щеманется тот резанный. Так туда. Понятное дело, что УАЗик-то. Куда ж ты без УАЗика? Куда, блядь, он... Там Вася, как якорь из-под земли метр достать. Стой! Да не, все отлично. Еще. Да! Походу его погнули. А, и хрена, прикинь, под землей развернули. Все, Костян, отъедь! Короче, Нива тянется за УАЗика, УАЗик тянется за Ниву, за дерево. И получается, что они оба начали двигаться. Ну сейчас друг друга вытянут, а как по-другому? И Рома шел, пацаны, железные тросы. А, у железных трос только у УАЗика вроде. Я не вижу.
Вот тебя вот так, Костя. Если бы ты слушал, Олег тебя вот так же выставить хотел. А что, разница какая? Большая. Сидит так же, как и я. Я дальше даже доехал. Нифига. А если бы он еще правее взял, он... Куда это же проходил? Ага. На 69-го добили его. На скидке. А, на 60... Вот там? Да, да. Красная фера уехала, Халк приехал. Тоже у пацанов вопросы. Судя по движению штурмана, Халк выбрал другой путь выезда. Сейчас посмотрим, как это все будет происходить. Опасно.
интересно на каждом метре. Чуть-чуть. Ну, парни сказали, первый раз выехали. 31-й, 510-й сафари не едут. Мостами он чертит и под амортизаторами тоже получается. Ну, хорошо, на мостах сидят. Вот подняли хайджеком, минус чуть-чуть бампер. Сейчас хотят немножко подложить бревен под колеса, чтобы поехать. Но, насколько мы знаем, эта затея дерьмовая. Снял контент, блять. Пойдет, пойдет. Да, все. Чуваш? Да. Да, пойдет. Пацаны, что там нашли? Пойдет, пойдет. Охренеть. Да подожди, я был. Вы что, все сумасшедшие? Все, как здесь. Оставляем ее тут. Слышно, да? Что за стало? Нет, просто весь. Нет, нет. Батарейки сели. Саша сказал, наши стоят где-то в лесу, у них поломался шкив помпы. Приехали, открутили симбы, вроде чинятся, но новостей никаких нету. Но мы Костину говорили, что его надо менять. Он знал, что он поломанный, но наебнул. Че вы? Охуительно все время. Сюда поедешь? Хорошо. Да.
Машина заезжает на моноприводе, только на морде. Golden Power у него эта приведка. У него? Да. Она-то тянется. Смотри, якорь сломали. Оп, якорь пополам. Следующий! Какой мощный у тебя штурман! Сидят на якоре, один якорь один, унесли, сломали. Уже там втроем на одном якоре, но делов нет. Делов нет. Вон, настоящий внедорожник. Все гребут, не может тронуться. О чем мы вообще говорим? Колеса вправо, вправо колеса! Еще! Во, держи так! Отпускай! Отпускай! Заебал, да нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Ой, задавит! Да, еще. Аккуратно, Квар. Все мучаются, изобретают велосипед. Халк поступает самым правильным методом. Заякорились и на лебедочке сейчас спокойно, безопасно спустятся. Без вопросов. Не зря свои кубки пацаны уносят соревнования. Уже сколько, я не знаю, наверное, лет. Сколько соревнований, со скольки соревнований они унесли кубки. Они этого действительно заслуживают. Опыта у ребят. Дай бог каждому. Максимально безопасно заехал, максимально безопасно спустился. Лебедки, правда, у него сколько там метров много. Вань, последняя? Да. Что вы думаете по поводу данного мероприятия? Я так понимаю, вы все взяли? Кроме одной, не стали ехать, а возвращаться обратно. Времени уже нету там. Да, не хочу. Все, давай. Ребятушки, ну что?
Гоночный день закончился, уже смеркается. Это был крутой опыт. Я сегодня накатался на квадрике. Спасибо Ярославу. И если б не он, столько бы сочных кадров не было. В общем, там сейчас будет вручение. Но из-за того, что мы, в принципе, понимаем, из-за того, что у Костяна была поломка, на нее потрачено час времени, Костян, скорее всего, ничего не займет. К сожалению, это гонки. Или, к счастью, это гонки, не знаю. Ну, то есть, если бы не было поломки, я думаю, мы хорошо шли в хорошем темпе. Но, увы. И ах, это техника. Это был хороший день. Все достойно рубились. Спасибо автоклубу Фокс 4x4. Очень хорошая трасса, различные препятствия. Мы прям кайфанули. Все, спасибо. Сейчас будут моменты с вручения. Всех победителей поздравляю. Всех, кто принимал участие, не переживайте, в вашей жизни тоже будут большие победы. Все. Спасибо, до свидания. Сейчас где-то я там буду, походу. За боль и победу награждаемся. Николов Константин, Белухин Олег, Нива, ТР-2, ваши аплодисменты. Идут. Давай, навесели, ну чую. Спасибо, ребят, большое, что приехали. Спасибо огромное. За волю победы награждается Орлов Алексей Казаков Игорь, ВАЗ-21213, категория ТР-1. Маленькая бумажечка, блядь.